Я знаю, что есть проблемы, я знаю, что есть определенная критика в наш адрес. Да? Я, учитывая свой послужной список, работал в некоторых субъектах, в Республике Карелия начинал, затем почти порядка 3 лет работал в Московской области. Все проблемы, которые есть и были озвучены, и даже критика, да, по работе Череповецкого отдела мне знакома, я с этим сталкивался. У меня есть четкий план мероприятий. Наша позиция – это максимальная поддержка, помощь и взаимодействие. Угу. И всегда вот на совещаниях говорим о том, что мы не используем тот потенциал, который у нас есть. В чем мы его видим? Это прежде всего использование информационных технологий. Невозможно вручную обрабатывать те информационные массивы, которые формируются, и для этого есть возможность. У вас просроченная задолженность по «Газпром Теплоэнерго Вологда» 15 миллионов. Причем меры принудительного взыскания, выражающиеся в требованиях, исковых принятых решениях судов, они откладываются вами максимально путем затягивания процедуры рассмотрения, обжалования по бесспорным искам. И в конце концов денежные средства списываются с ваших счетов, расчетных счетов в банках. Вы должны понимать, что долги, ваши долги перед «Газпромом» – это долги «Газпром Теплоэнерго» по поставляемому в город газу. Наша организация активно занимается сбором долгов с населения. Взяты дополнительный персонал для того, чтобы охватить весь объем работ. Идет накопление долгов населения, идет накопление долгов с ресурсно-снабжающими организациями, и предприятие вообще не декларирует ни желания, ни способов работы по этому направлению.